виноваты. В основном ребята, которые ехали на мотоцикле, они не виноваты. В принципе, так же самое, как и водитель. Основная вина лежит на тех, кто стоят там вдоль дороги. Они перекрыли движение первую полосу, и ребята перестраивались. Соответственно, когда они перестраивались, они попали в водителя, который тоже хотел перестроиться в первую полосу. Девушка была полностью экипирована, на парне шлема не оказалось.